Здравствуйте, сегодня вот еще одна посылка пришла, давно не приходили. Да, давно очень не приходили, вот пришла посылка. Я по ощущениям пока только догадываюсь, но вы по названию уже поняли, что здесь. Давайте ее распакуем и посмотрим все же, что же здесь положено. Боюсь просто порезать. Из-за этого, так аккуратно. Да, это то, что я и догадывался. Это чехол для моего айпада. Правда, я заказывал его немного другого цвета, но этот, в принципе, тоже такой ничего. Вот, как вы видите, он очень хорошо запечатан, пузыристую пленку. Так. Так, 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 так. Так, и так. Вот. С таким вот айпадом. Вот, как вы видите, у меня еще был вот такой вот айфон. И все. Не знаю, зачем я вам это показал, но все же. Так, вот такой вот чехол силиконовый, достаточно качественный. Давайте его оденем и посмотрим, как он будет смотреться на моем айпаде. Он, конечно, рассказывал про него и показывал, что он будет немного другой, но... Так. Так, так. У меня до этого был чехол тоже с Китая, но я тогда еще не снимал распаковки посылок, из-за этого вы его не сможете увидеть. Очень туго одевается вообще. Китайцы эти как что-то придумают, но зато ему будет тяжело выпасть отсюда. Я его порву, походу, пока... А, он не, вот, все. Фух, аж вспотел, пока я его одевал. Вот, вот такой вот красивейший чехол. Вот, как вы видите, сзаду он тоже все красиво смотрится. И цвет такой классный. Правда, он говорил, что будет видно еще значок Apple с-под чехла, но его увидеть достаточно тяжело. Вы его даже не увидите, вы увидите только... отражение меня. Так вот, все, вот все кнопочки работают полностью. Вот эта кнопка, вот это, да, все работает. Очень классный чехол. А был у меня до этого вот такой вот. Прослужил он мне полгода. Он достаточно качественный. Вот, как видите, с таким же силиконовым бампером внутри он был. Только приклеенным до такого вот чехла на застежке. Значит, что я могу сказать про него? Что он был, во-первых, на магнитах, то есть он, когда вы закрывали чехол, iPad выключался. Это очень хорошо. Что я могу еще сказать? Ну, начал затираться вот тут вот, это не странно. Начал вот тут вот под конец у меня уже потрескался. Вот эта вот застежечка у меня уже полезла. Но чехол очень хороший, и полгода он мне реально прослужил. Но этот чехол мне нравится. Тот чехол просто реально плюс его был, то что он защищал экран. А этот экран защищать не будет, но мне кажется, что моему айпаду уже все равно, потому что он и так очень сильно поцарапанный. Все, всем спасибо за просмотр, ставьте лайки, до свидания.